Пляж не такое безобидное место, как многим может показаться. Некоторые жители побережья кажутся обманчиво безопасными, как, например, вот эта прозрачно-синяя красотка. Называется эта опасная красавица португальский военный кораблик, или фазалия. Щупальца этих медуз могут достигать от 9 до 50 метров. В целях безопасности на пляжах Средиземного моря и Океанического побережья, где водятся португальские кораблики, устанавливают такие знаки. Интересно, что фазалии не настоящие медузы. Их относят к родственникам медуз, сифонофорам. Их ожог может серьезно парализовать часть тела и оставляет на ней отметины в виде рубцов. Иногда укус фазалии оказывается смертельным. Плавать в водоеме, где вы один на один с таким монстром с длинными щупальцами, сомнительное удовольствие. Яд фазалий очень живуч. Даже высушенные или замороженные щупальца долгое время не теряют своих свойств. Лучший способ уберечь себя от последствий – спастись бегством. Если вас обжег португальский кораблик, надо немедленно промыть место соленой водой, удалить все чувствительные волоски, прилипшие к коже, и каждые полчаса брызгать на нее раствором пищевой соды. Ну а самое главное – внимательно читайте объявления и будьте бдительны. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.